Песни военных лет, кадры военной хроники, воспоминания о суровых годах Великой Отечественной войны. В Государственном историко-литературном музее-заповеднике Александра Пушкина в Больших Веземах состоялось торжество в честь 7-го этапа патриотической эстафеты «Салют Победе». Вот уже 7-й год подряд эстафета «Салют Победы». Это проект главы Одинцовского городского округа Андрея Родиковича Иванова шагает по Одинцовскому городскому округу и не только. К этому проекту по западному направлению присоединилась город Руза и весь русский район Власиха тоже. Сейчас на подходе Краснознаменск, Наркоминск, Молодежный. Этап эстафеты 2021 года посвящен Смоленской оборонительной операции, сорвавшей наступление немецко-фашистских войск на московском направлении. Символами этого этапа стали копия Знамени Победы, клятва партизан и ручная противотанковая граната РПГ-40. Их торжественная передача прошла под легендарную песню «День Победы». Эта работа должна не останавливаться ни на минуту. И мы все должны сделать все, чтобы наше поколение, молодое поколение, знала всю правду об этой страшной войне. И чтобы ни один солдат, ни один подвиг нашего солдата был никогда не забыт. Мы передаем с честью эту эстафету в город Одинцово. Мне сегодня выпала большая честь принять эстафету «Вахту памяти. Салют Победе» от города Одинцово. В свою очередь, я торжественно клянусь пронести с честью данную «Вахту памяти» в городе Одинцово. Мы также обещаем то, что в наших школах, в наших учебных заведениях мы доведем всю информацию. Пока жива память, жива наша победа, и ни один супостат не сумеет ее изменить. Эстафета «Салют Победе 2021» уже близится к завершению. Скоро состоятся финальные торжества. Какому городу будет посвящен 8-й этап, объявят в ближайшее время. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».